118. Мне стих пишите 10. Смотри. Псалом 118, 164 стих. Я тебе оставляю эпиграф. И чтобы ты его выполнила. Давай, ну-ка прочитайте. Мы сейчас найдем. Сейчас. 118. 118, 164. Так это, наверное, 118 сейчас. Да, 118. Что он означает? 164. Седьмикратно в день прославляю тебя на суды правды твоей. Еще раз читаю. Седьмикратно в день прославляю тебя и суды правды твоей, за суды правды твоей. Семь раз в день, чтобы была на молитве. Семь раз. У мусульман, 2 миллиарда мусульман, у них намаз 5 раз, а у нас 7 раз, Давид говорит. Несмотря на множество забот царских, административных, руководителей, военный деятель, Иоанн Златоуст говорит, он находил время на 7 раз. А что означает один раз? Вот действительно дальше спросили. Мне нигде я не нашел. Я сам это решил, что так надо. Вот один раз это означает три святое. Божьей милости, потом за молитву Царю Небесный, да Отче наш, а Три святое, знаешь? А потом 100 поклонов. 10 полный поклонов. Поклон земных? 100 поклонов. Это тогда будет считаться это разовая молитва. Не поклоны какие, земные? Поясни. Ну, поясни, как вы можете. Так, смотри, пальцы, давай посчитаю. Положи так. Вот, види. 10 поклонов Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе, добавляйся слова. 10 Божьей Матери, 10 Ангелу-Хранителю, 10 Иоанну Крестителю, 10 Никола Чудотворец, 10 всем пророкам, 10 небесные силы, 10 мученики, 10 святителей, 10 жены и девы. 10 и 10 – 100. И каждый раз, вот 100 вот это и 3 святое, это разовая молитва. А потом своими словами можешь помолиться. Но вот это должно войти, это 7 минут на это уходит. И таких у тебя заходов, чтобы было не меньше семьи. Может быть, больше.